Добрый день всем! Сегодня сделаю такой омолаживающую маску на основе банана. И с таким рецептом хочу с вами поделиться. Для этой маски нужно, чтобы банан хорошо созревший был. Чтобы она, вот, можно сказать, чтобы она была перезревшая. Вот. Нужно сначала банан размять хорошенько. Банан я размяла хорошенько, получилось у меня где-то 1,5 столовой ложки вот мякоти банана. Нужно сюда добавить 1 яичный желток, вот добавила, 2 чайные ложки сметан и 1 чайную ложку масла оливковое добавила. Масло можете заменить другой любой масло, можете касторовое масло сделать, можете масло из семена льна. Любой, который вот на вашу кожу подходит. Но я сюда добавила масло оливковое. Нужно все хорошенько смешать. Вот, все тщательно смешала. Маска наша готова. Нужно наносить на кожу лица с помощью кисточки по массажным линиям на 15 минут. Через 15 минут нужно смыть теплой водой. После этой маски кожа омолаживается, разглаживается морщину, кожа делается гладкая, такая ровная и упругая делается. Вот другой раз, если вот такую маску на основе банана делать, я другой раз вот беру, вместо этого яичного желтка добавляю вот крахмал, где-то 1,5 чайной ложки. Так тоже вот на основе банана очень вот хороший эффект дают. Через раз я делаю. Вот этот неделю я сделала вот с яичным желтком. Остальные ингредиенты вот так же. А следующую неделю же я буду менять вот его вот с крахмалом. Крахмал можно любой. Можно картофельный, можно кукурузный. Значит, если крахмалом сделать, нужно брать 1 столовую ложку мякоти банана. Нужно туда добавить 1 чайную ложку крахмал вместо яичный желток, 1 чайную ложку масла, любой, какой у вас есть, и 1 столовую ложку сметан. Все смешать тоже. И такая маска тоже бывает вот эффектная. Все, желаю вам всем красоты, здоровья и всего вам доброго.